8 утра – пиковое время, когда люди спешат на работу. На остановке 46-е маршрутки уже выстроились в ряд. Они отправляются друг за другом с интервалом в 10 минут. Забирают абсолютно всех пассажиров. Прекрасно. Очень внимательный водитель. Очень мне нравится. Я всегда на нем езжу на работу. Претензий нет никаких. Ходит очень хорошо. Постоянно свободные места. То есть мы пришел, сел. Отлично. Каждый день пользуюсь. Очень удобно. Насели и тут же поехали, тронулись. Тут же следом другой подъезжает. Очень удобно. В твиттер главы города поступило обращение с просьбой проверить 46-й автобус, который следует от площади Революции до Авроры. Городские власти просьбу выполнили. Как оказалось, автобусы работают стабильно и без задержек. В общем-то, вопросов по этому маршруту никаких нету. Автобусы имеются в наличии, они прям стоят на остановке, каждые 10 минут идет отправление, наполняемость средняя, жители и пассажиры, которые находятся в салоне, положительные отзывы дают о работе маршрута, в целом он работает удовлетворительно. В конце рабочего дня транспорт нередко забивается по максимуму, но не в случае с 37-м. На маршруте от филармонии до 14-го микрорайона больше всего пассажиров садится на Киевской. Качество работы автобуса оценили как жители, так и гости города. Места, как видите, есть свободные, ждала не очень долго. Я гость вашего города и прекрасно, ни раз не опоздала благодаря автобусу, именно 37-му. Your public service. Сервис здесь превосходный, автобус не ждешь долго, все ходит регулярно. Я сам из Южной Африки, у вас с транспортом гораздо лучше, чем у нас. 37-й маршрут великолепный, потому что он проходит практически через весь город, соединяет центр с довольно далекими местами. Раньше он намного хуже ходил, сейчас в данный момент отлично, я довольна. Промежуток времени 15-20 минут меня устраивает. В среднем автобус приезжает в течение 10 минут, а то и меньше. Осенью, если поток пассажиров будет действительно большим, добавят дополнительные машины. Как уверяет перевозчик, сейчас пока в этом нет необходимости. Ну, на мой взгляд, это хватает, потому что машины проверяем регулярно. Машин выходит 27 ежедневно. Соответственно, ну, выходные немножко поменьше, так как пассажиропоток поменьше. Вот. Считаю, что с перевозкой справляются. Несмотря на то, что маршрут очень длинный. Наполняемость хорошая, 3 балла вот по 5-бальной нашей шкале. Что в центре, что вот на Московском шоссе чуть-чуть люди зашли. Ну, зашли, потом постепенно вышли. Да, сидячие места заняты, но салон более-менее свободен. Ехать можно, и автобусы ритмично ходят. Вот интервал свой 10-минутный выдерживают. График проверок транспорта по обращениям составляется каждый день. Сейчас в ежедневном режиме продолжает мониторить 47-й, 50-й и 67-й автобусы. Даниил Лучко, Максим Гусев, Константин Головин. События.